Рыбалка. 3-й четвертьфинал золотого плей-офф. Сейчас играют Мосэнергосбыт и ФСКЕС. ФСКЕС второе место занял в группе С, группе смерти. Две ничьи. 2-2 с Моэском, 0-0 с Интеррао и победа 3-2 над уютным городом. У Мосэнергосбыта первое место в группе Б. Три победы. 2-1, 6-0 и 5-1 над Меридианэнерго, Газпромтрансом и ТК Русгидро соответственно. Так что довольно много забивают и те, и другие. Надеемся, что увидим хороший атакующий футбол. Здесь приходится выносить мяч игрокам ФСКЕС. Надо вратари друг с другом поиграли. Дударев. Не дают Дудареву бить. Короткий пас, удар после розыгрыша аута. Угловой теперь. Еще один стандарт. Не получилось начать контратаку. Длиннющая скамейка у ФСКЕС. Шесть человек готовы в любой момент выйти на поле. Мосэнергосбыт не сильно уступает. Матч с рекордным пока количеством дальних ударов. Каждую атаку стремятся закончить ударом, чтобы, не дай бог, мяч не потерять и нарваться на контратакующие действия соперника. Перехват. Матч, в котором цена ошибки невероятно высока. Проигравший покидает наш турнир. Победитель идет в полуфинал. В полуфинал уже у нас вышли «Газпром Энергохолдинг» и «Интеррао». Хорошая получается компания. Контратака Мосэнергосбыт. Как обычно, в две передачи прошли все поле и раскидали соперника. 1-0. И должны озвучить имена отличившихся. С передачи Дмитрия Токарева забил Александр Симаков. Thank you.
белая бумага тут была. Не видели, господа? Снова длинный пас. И вместе с этим очень точный. Смотрите, новичочек тоже. Кончилась бумага. Причем ФСК ЕС. Горбунов. Удар Горбунова. Пока не могу. Чтоб на ноуте могу отправить. Мы можем его парировать. Горбунов. Очень часто Горбунова именно задействуют как дирижеры в атаке. Все, типа, я уже уволен. Нормально, есть! Кому смену я упал, есть! Мосэнергос будет команда, которые известны, что любят они играть на контратаках, ловить соперника на ошибках. Есть Токарев, есть другие футболисты с хорошим, быстрым стартовым шагом. И сейчас, когда счет 1-0 в пользу Мосэнергосбыт, никто не мешает им использовать излюбленную тактику. Снова с мячом Горбунов сейчас был. Наверное, по первому тайму его можно отметить как самого активного. Полторы минуты до перерыва. Вот здесь жесткое нарушение правил. Ну, пока без желтой карточки. Тайм-аут собирается брать Мосэнергосбыт. Так один за игру. Успокойтесь, ребята, зачем тайм-аут? Подождите, он еще будет нужнее вам. Смотрим розыгрыш штрафного. Я говорю, придумал. Вот здесь фол в атаке. Нарушение МС. Играет старым номером МС, но уже так и полноценный мы не видели давно. Тайм-аут берет ФСКС. Ну, наверное, тоже забыли, что один на игру можно взять. Ну что ж, пусть обсудят, как разыгрывать угловой.
А кто должен быть потом? Три центра между Итак, разыгрывается аут. Сейчас будет ФСК ЕС. Использовали планшет, нарисовали там интересные схемы. И, видимо, задуманные не смогли в жизнь воплотить. Будет еще угловой. Но его разыграть не успеют. 1-0 и перерыв. Итак, второй тайм четвертьфинального поединка Мосэнергосбыт будет ФСК ЕС. Преимущество у МЭС по счету 1-0. И ждет шанса Мосэнергосбыт такой контратаку для того, чтобы увеличить преимущество, но не дожидается. Пропускают. 1-1. Около 6, вот. Давай чуть попозже тебе позвоню, через 10 минут. Давай. Борьба за мяч Бровки. Федор Воронин после пропущенного мяча стал активнее руководить построениями своих подопечных. Лицевой стороны протокол. Угловой Мосэнергосбыта. Любопытно, что у Токарева в этом матче немного игрового времени. Но, может быть, берегут его как секретное оружие. У Токарева голевая передача, между прочим. И
Трехват ФСК ЕС. Момент Дударев. Дожидается передачу. Ну, пас уже фактически на пустые ворота. Вратарь лежал на паркете. Вряд ли бы смог команду выручить, если бы не в него мяч полетел. Фомин мяч выносит. Ну, кому? Ни на что пенять может Фомин. Дударев. Мяч в поле остался. Судья находился в непосредственной близости от момента. И не вызывает эта ситуация особо споров. Забитому мячу ведь не приняла. Это Реал Аякс. Шесть небольших минут еще играть. Ну, может быть, сейчас мы наконец-таки увидим серию пенальти. Штрафной от ФСК ИС. В принципе, позиция неплохая для удара. Удар достаточно далеко, но зато мячу можно придать хорошее вращение. Пустить по замысловатой траектории. Он сейчас довольно далеко вышел и прям в него мяч прилетел. Дударев свободен на правом фланге. Итак, угловой. Иванушки не делал Димас. Но если в первой 10 минутке мы говорили, что Мэс осознанно дает инициативу, ждет шансы на контратаку, то сейчас я бы сказал иначе. ФСК просто прижал Мэс к их воротам. Давит, создает один момент за другим. Толчок и фол. Четвертый у Мэс. Передачу делает и открывается дальше под пас. Здесь нужно подниматься, ситуация игровая. Снова неточный пас. Момент, Фомин на месте. Ну и кому делать передачу? Ну вот только ближнему, а дальше что? Один-один и все идет к серии после матча в пенальти. Тайм-аут собирается брать МОС Энергосбыт. Да, у них тайм-аут еще остался. Такое решение бросать.
такое решение бросает тень на действия на турнир и его организатор. Представитель команды, третий капитан команды, нет, некрасиво, потому что регламентом предусмотрено, что оргкомитет не принимает жалобы на качество судей, а он в обводной части пишет. Прошу рассмотреть неквалифицированные действия судей. Гена тренирует охрабрение. Да, конечно. Надо. Я же не видел, как он играл. Желтый, подходи! Да? Снова в упорядке был. Спартак играл. Что за кого-то? Да и вот здесь он выходил там. Да? Я по нему видно, что он в порядке. Итак, совещание окончено. 3 минуты ровно до конца. Угловой. Хорошо, хорошо. Еще раз. Фёдор Воронин доволен тем, как разыграли. Ему видней. Бо мы такие, чтобы с ним спорить. Арбитр указывает место, куда должен быть установлен мяч. Рикошет какой опасный от своего получился. Фомин успел среагировать, опустился на паркет. Дударев бьет много, бьет мощно, но, к сожалению, точность пока подводит. Очередная серия замен ФС КС. Остался УМС, можно играть. Нету фола, в том числе отложенного. Очень осторожно действует Мосэнергосбыт. Если есть сомнения, пройдет пас вперед или не пройдет. В большинстве случаев делается пас назад, но наверняка. Пятый фол Мосэнергосбыт здесь без желтой карточки. Штрафной вряд ли мы увидим удар. Скорее всего, последует розыгрыш. Здесь есть сразу несколько вариантов. И что, будет удар? Богданов бьет головой. Ох, какая потеря. Контроль мяча от МС. Двадцать пять секунд и будет сирена, а после сирены серия пенальти. Есть еще шанс. Мосэнергосбыт ФС КС не доводить дело до лотереи. Горбунов. Время ровно на атаку. Не пытается, уже можно сказать, не пытался ФС КС
Есть единоборство, вынуждает соперников в шестой раз свалить. Ну что ж, наверное, тем интереснее. В качестве разнообразия посмотрим серию пенальти. Ключевая фигура в команде, так вот, парадный форум. Вы ни при чем. Сразу я говорю, вы ни при чем. Вы молодцы. Спасибо большое. Это бывает у нас иногда что-то, чего-то. А то я тут, понимаете, постригся, а мне на волейболе сказали, ты виноват, что итальянцам проиграли. Я говорю, ну как так? Ни кроссовки, ничего. Итак, начинается серия пенальти. Первый удар ФСКА забивает очень спокойно. Хотя Фомин видел, куда мяч полетит. Не успел закрыть. Угол слишком уж точный был удар. Но разбег действительно серьезный. И удар хороший при этом. Все сбалансировано, все нормально. Итак, Дударев идет бить. Вот его силу удара мы отмечали. Дударев попадает. Все пенальти в один угол. Ответ Мосэнергосбыта. Второй пенальти. Четко в девятку. 2-2. Серия пенальти в мини-футболе может быть долгой. И снова точно. Все в правый от вратаря угол летит. Третий пенальти Мосэнергосбыта. Снова точно. Продолжаем теперь до первого промаха. Фомин показывает, что готов. Редкий случай, когда мяч пошел от вратаря в левый угол. Четырнадцатый номер. Мосэнергосбыт аккуратно установил мяч. Разбежался. Забивает. Вратарь тащит Антон Фомин, но еще нужно пенальти забить его партнера по команде. Один.
Да, и выходит полуфинал МосЭнергосбыт с командой ФСКС. Мы, к сожалению, обращаемся.